Переехали в собственный дом. Во Владимире открылась первая квартира сопровождаемого проживания инвалидов. Пятеро молодых людей с психическими отклонениями, воспитанники организации «Орди Свет», разместились в семикомнатной квартире в Добром. Прежде чем получить собственное жилье, ребята долго готовились к самостоятельной жизни. И теперь родители, педагоги будут помогать им только в трудных ситуациях. Ребята готовились жить самостоятельно уже в течение длительного времени. Они посещали школу жизни, наши различные программы, и театр, и ипотерапии, и творческие кружки. И, конечно, учились жить самостоятельно в учебных квартирах, которые у нас работают с 2005 года. Поздравить ребят с новосельем пришли даже первые лица области. И, как водится, не с пустыми руками. Председатель законодательного собрания Владимир Киселев подарил молодым людям плазменный телевизор. Спикера с организацией «Орди Свет» уже давно связывают дружеские отношения. Он помогал в реализации многих проектов центра. По инициативе Любовь Ивановны Кац приняли закон о поддержке опекунов недееспособных граждан. Решаем массу других вопросов, массу других проблем. И, конечно, очень важно сделать так, чтобы вот особенные дети, дети с различными отклонениями здоровья, не чувствовали себя обделенными в жизни. Очень важно, чтобы они социализировались.